Всем привет! И мы опять на канале Прогулки с Аленой. Дорогие друзья, вот что нам удалось набрать на завтраке. Что включено? Хорошая музыка. Смотрите, мы запускаем генератор случайных чисел. Сейчас покажем вам наш номер. Беспрекрас. Беспрекрас. Итак, наш известный блогер переоделся. Видите, ветер сегодня. К сожалению, а вчера-то ветра не было. Мы находимся в пансионате Большая Медведица. Сейчас пойдем на завтрак. Пансионат находится в самой Гуамке. Пошли на завтрак. Ням-ням. Где же Большая Медведица? А вот уже первая сеть. Маленький обзорчик. Я думаю, мы еще пройдем. И не раз. Друзья, кто посчитает всех мишек, тому будет отдельный приз. Вон еще мишка, кстати. А вон еще мишки. Ой-ой-ой, сколько здесь мишек. Где-то, кажется, один мишка, а их на самом деле двое. 4-5. Пойдем кушать. Пойдем кушать. Помещение находится под видеонаблюдением. Не курить. Первый наш завтрак. Так. Дорогие друзья, вот что нам удалось набрать на завтраке. Что включено? Смотрите. Мы думали, можем набирать сколько влезет, а оказывается. Ну, почему? Вот смотри, кашу, и творог, и салатик. С булочками была проблема. Я хотела взять 5 булочек, а сказали только по одной в руки. Ну ничего, будем стройнее. Начинаем наш первый завтрак с видом на речку, которую, название которой мы не успели посмотреть. Река Гуанчжоу. Ух, кошмар, сколько мишек. Раз, два, три. Полин, специально для тебя, Полин, посчитаешь, получишь суперприз. Мы сейчас идем в бассейн. Есть сомнения, купаться или нет, потому что после этого надо сразу идти в Гуамское ущелье. А если мы искупаемся в теплом бассейне, как же мы пойдем по холоду и ветру в Гуамское ущелье? Вот вопрос. Полотенчики я взяла. Бассейн прямо. Вот еще мишки. И еще мишки. Он с 11, наверное. Наше путешествие продолжается. Купаться не очень хочется пока. Поэтому мы вам покажем просто бассейн, как он выглядит при солнечном свете. А потом в темноте уже вечером будем купаться. Обратите внимание на градусник. Градусник? 36 градусов. Хорошая музыка. Прикольно, да? Кажется, что лето, да? А на тренажерчиках не желаете, друзья? А это детский, вот, наверное, бассейн все-таки. Который не работает. Обратили внимание на градусник? Там плюс 10. А, да? А в бассейне плюс 36. Ты показал? Ну, на самом деле, вчера было намного интереснее с подсветкой. Может быть, мы сегодня вечером покажем. Итак, идем на суперсмотровую площадку. Мишки. Ух, да, класс. Смотри на гору. На ущелье. И бассейн. У кого-то номера прям выходят на бассейн. Супер. Красота. Проверим, как стабилизатор справится с качанием на качелях. Смотрите, мы запускаем генератор случайных чисел. И первые 10 подписчиков, которые случайно из нашей 10-тысячной аудитории, мы передадим привет. Итак, первый счастливчик. Полина! Полина! Привет, Полина! Полина, привет тебе! Хребет, на который я смотрю, называется Гуама. В честь него и названо это ущелье. И этот поселок. А, кстати, смотрите. Он же не просто так. Вот он, ущелье. Скалы обрываются. Плохо вижу, и вот ущелье. Проход. Короче, пойдемте внутрь, в ущелье, и все посмотрим. Это вы увидите в нашем следующем видео. А это будет видео пока что про все-все-все в отеле. Не переключайтесь, тут еще будет вечерний отель.
Для интересующихся вот условия. В принципе, демократичные цены. Сейчас покажем вам наш номер. Пойдемте. Без корпус красот. Первый. Без прикрас. Без прикрас. Лесенка. Темно. О, светло. Итак, курение запрещено. Трав 1Р. Вы знаете, что такое трав? Это местная такая травка, которая за 1Р приносит номер. Наш номер 8. Проходите, пожалуйста. Наш номер 8. Что мы здесь можем видеть? Видим здесь вот что. Стандартная комната. Столик. Кровать. Давай посмотрим, какой же открывается вид. Вы чувствуете, какой звук? Шумит речка под названием Курджимс. Сейчас мы это будем все обследовать. Поближе. В номере есть обогреватель, холодильник, тумбочка, и телевизор. Стандартный туалет, ничего особенного. Итак, наш известный блогер переоделся. Ключики кладем в специальное место, нам дали полотенчики. Наши места 3-4. Там лежит дорогой телефон. Перед бассейном надо принять душ обязательно. Друзья, вчера мы плавали без шапки, у нас замерзли уши. Сегодня мы решили плавать в шапку. Потому что, понимаете, хоть вода теплая в бассейне, 36 градусов, а на улице также холодно. Ну холодно, холодно. Потому что не успел. Видите, да что, вот уже совершенно спокойно. Это очень тепло, реально, очень рано. Попытаемся найти Алену. Сейчас 5 января. 5? Водичка очень теплая, но вылезать вот так очень спасибо. Холодно. Не забывайте ставить нам лайки. Всем пока. До новых встреч. Поплыли. Жду тебя. Ну, потрясающе. Где Алена? Салетка. Вон она. На самом деле, вот этот бассейн большой, там температура более холодная, а рядышком более мелкий бассейн, там намного теплее. Я думаю, что вода одинаковая, но просто здесь зеркало испарения намного больше, и зеркало воды, и вода остывает быстро, а там достаточно тепло, 36 градусов. Сейчас я на себе это попытаюсь испытать. Людей как всегда, да. Мы как фото человек... или видео? Это видео. Видео плохое, потому что снимаем на фронталку, и там еще защитная пленка. Ну, что-то...